Югру ждет цифровая трансформация. Об этом на пленарном заседании 10-го международного IT-форума рассказала губернатор Югры. В частности, Наталья Комарова говорила о появлении в ближайшем будущем цифрового правительства, цифровой экономики и телемедицины. Инновационными разработками, которые уже есть в нашем округе, Югра готова делиться не только с другими регионами России, но даже с другими странами. Помогут в цифровой трансформации соглашения, которые правительство Югры подписало с акционерными обществами и InfoWatch и Softline Trade. Документы помогут сформировать в нашем округе основные подходы и принципы развития безопасных цифровых сервисов, а также внедрить высокие технологии в спорт, культуру, образование и другие сферы. Мы ориентированы в целом на создание цифровой команды, отвечающей за дальнейшую проработку стратегии цифровой трансформации с использованием нейротехнологий, искусственного интеллекта. Я уже предложила министру использовать наши возможности в полной мере. Сегодня именно компании, работающие в цифровой экономике, фактически владеют миром. И это отнюдь не шутки, это реальная жизнь, жизнь, которая... будущее, в котором мы уже живем сегодня.